Здравствуйте, уважаемые подписчики. Добрый день, дорогие зрители моего канала. Закончил я с покосом и больше к нему касаться не буду в этом году. А как закончил? Я просто... Погода у нас начала портиться, наконец-то дождичек пошел. На, вот тебе булочку, на. Тут ты не скучал, на тебе булочку, на. На. Ты мне пальцы оближи, только не откуси их. Твое? Вон, не смотри, пальцы мои нужные. Кушай булочку, кушай, пока я у тебя не запал, кушай. Все агрегаты свои просто уберу. Или покажу, как я убрал. Сейчас посмотрим. Проверяю, как они стоят. А я покажу просто, как их утаскивал. Чтобы не цеплять за агрегат, я просто на тракторе их утащил. Что на чурки поставил, на колеса. В общем, поставил на зимнее хранение. Сразу говорю, подпишитесь на канал, будет интересно. Про технику особо сейчас уже не поснимаешь, потому что она практически не нужна, только один трактор завожу. Буду снимать и показывать про животных. Все, смотрите. Убираем на землю.
мы все кладем? Складываем, чтобы ничего не оставалось. Надо поддомкратить и на зиму поставить на чурки. Иначе за зиму колеса могут пропасть. А колесо такое стоит под десятку. Я уже одно покупал. Сразу же, когда с прессом пришел колесо, оно пока накачано вроде не видно. А потом, когда в поле спустило, на елки-палки, колесо-то древнее. Все в это, в трещину. Пришлось покупать колесо. Ладно, купить не проблема. Так его найти проблема. Таких колес нету. Внутренний диаметр на 15,3. И он ни от чего не подходит. Так, надо еще что-то подложить. Пресс тяжеленный, 2 тонны, там 1800 что ли. Вроде ставишь высоко, а потом весной начинаешь убирать чурки, а он на земле стоит. Ну-ка, крутится, крутится. Ну-ка, сейчас посмотрю подшипник сразу. А люфток есть небольшой, надо подтянуть. Он небольшой, 2 миллиметра. Пресс я подвешал на 3 точках. Здесь и там пресс будет стоять. Ну, может быть, еще и буду его заводить, но кто его знает. Вдруг придется солому подбирать. Но пока пусть стоит. Скинуть чурок недолго. Так, трактор я пока не подвешивал. Что-то масло бежит с коробки. Или он то стоит боком, много масла налито через сальник. Но если не буду заводить, то главное не забыть слить воду. Вроде морозов пока не передавали, но слить недолго. Главное не забыть.